Причины всех вот этих трагических катастроф и всех событий в связи с вот и самолеты падают, и потому что старые очень и не обслуживаются, и вот этот пароход «Булгария», где погибли люди. И очень часто мы встречаемся в жизни с этим. И в последнее время все чаще и чаще. Я думаю, что вина в этом, конечно же, людей, которые хотят побыстрее и как можно меньше вложить, то есть и побыстрее заработать денег. И совсем не несут никакой ответственности ни за что. И чувствуют, что это будет безнаказанно. И в основном так и происходит. Это вина не только тех, кто это делает, это вина и, мне кажется, нашей страны или наших законов, которые, ну, это любое происшествие, все должны понимать, вся наша страна, что за любую вот такую халатность и отношение такое будет ответственность. Это неизбежно. Люди должны, вот это вот мы должны в стране создать заново после 90-х годов, после развала Советского Союза. И в новой стране должны быть жесткие определенные законы о том, что человек несет ответственность, о том, что вот если вот пароход, он должен понимать, сколько людей и как это, и техника безопасности должна быть на высочайшем уровне. Потому что потому что человеческая жизнь это самое дорогое, что у нас есть вообще в нашей стране. Вообще человек, гражданин Российской Федерации. Поэтому, к счастью, это уже начинается, и идут суды, и люди стали понимать, что они будут нести ответственность за гибель людей. И я очень надеюсь, что так и будет происходить, и все-таки люди начнут друг к другу уже более ответственно относиться и к своей профессии, и друг к другу.